Здравствуйте, я Александр. Вы смотрите прогноз погоды на 13 октября. В краевой столице ночью минус 5, днем плюс 4. В Белокурихе минус 4, днем плюс 8. Ночная температура в Горно-Алтайске минус 4, дневная плюс 7. О погоде в городе Бийске узнаем подробнее. Переменная облачность без осадков, ветер юго-западный умеренный. Ночью минус 7, минус 9, днем плюс 6, плюс 8. Всем успехов, побед и финансовой независимости!